Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сегодня я представляю вам наше новое изделие, связанное по марафону «Белая овечка». Основной особенностью «Белой овечки» является верхняя часть. Обратите внимание, это не просто обмотанная вокруг шеи полоса, а сложная конструкция. Она четко лежит по спине, плечам и груди и создает эффект наличия сразу нескольких деталей сзади отложного воротника, по плечам небольших рукавчиков, а по груди сложный кокет. Сложностью заключается в том, что она закругляется сбоку и до плеча идет под прямым углом, более тонкой полосой. Отделка краев тоже нестандартна. Это не какие-то подгибы или резинки, как обычно применяются, а тонкий рубчик, который не утяжеляет тонкое вязаное полотно. Это очень важно для летних вещей. Кокетка в данном изделии может быть шире, может быть уже по вашему желанию. Она также может прекрасно обойти все формы и выполнить роль выточки, если это необходимо. Само платье связано резинкой, так как по нашей дизайнерской задумке оно должно быть облегающим. Но можно вязать и в более свободном варианте, а также в более укороченном. Тогда вместо платья мы с вами получим красивый и необычный летний топ. Уровень вязания данного изделия несложный. Вам достаточно иметь навыки частичного вязания и простейших расчетов. Если вы хотите такую необычную вещь иметь в своем гардеробе, приобретайте записи марафона «Белая овечка» и, изучив подробно уроки, без проблем сможете связать себе такое дизайнерское изделие. Приходите на наши следующие марафоны, на наши посиделки. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.